перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Так, все. Теперь никто не посмеет украсть мои гениальные мысли. Билеты покупайте быстрее, они заканчиваются. Короче, это вот нихуя не реклама, но вот эта вот вода, самая лучшая вода, она заботится о своих покупателях, как никто другой, смотрите. Пиздец, не на ходу пацана, блядь. Пиздец, братан, перезаклад дадут. Доброе утро. День надо начинать классно. Поэтому давайте сейчас сделаем с вами одну очень добрую и клевую штуку. Я очень надеюсь, что вы меня поддержите. И как бы вот дальше я расскажу в следующих историях, что кого. Так что готовьтесь, погнали нахуй. Есть у меня один кореш, зовут его Тёмыч. Он админ паблика в Инсте. И этот человек один из первых, ну, меня заметил на ранних еще этапах, времен первой Изи Рэпа, да, и помогал мне двигаться, бескорыстно абсолютно. Я хочу, чтобы сегодня мы его отблагодарили. Я помню, тогда было у меня 2000 в Инсте, и я проснулся с утра, а у меня 3000. Я такой, ебать, нихуя, что такое произошло? Вот, оказалось, что он просто меня запостил, я вот это вот увидел, и мы начали общаться. Очень клевый поц. Ну, а теперь у меня как бы миллион. И я думаю, что моя очередь помочь ему, потому что это круто, блядь. Вот, и поэтому вот, собственно, его профиль. Тут давайте сделаем ему миллион. Вот он охуеет, бля, пиздец. Если вдруг кто мне посмеет пиздануть, что это реклама, я ему рот вот так переверну. Вот, это просто, ну, мое желание сделать человеку заебись. Я надеюсь, вы меня поддержите. Так что... Погнали нахуй! Вкус как шампунь, чувак. Это мога-мога. Она шампунь. Ну и была только розовая. Салат. Блять, ну фокуса нет. Ну пиздец, что за хуйня? Я ебал. Ну это что за пиздец? Андроид ебаный. Андроид нахуй. Ну что за хуйня, блять, пиздец. Дай айфон погонять. Не надо. Вот очень мне нравится мне на андроиде, но и только Инстаграм не работает. Все остальное супер охуенно. Намного пизже, чем Апле. Да, блядь. Таблетки, но таблетка. Но Инстаграм вообще не работает. Нихуя, блядь. Жалко. Ну-ка, может, вот так сделать. Лучше стало. Блядь, действительно, надо было просто, оказывается, камеру протереть. Прикинь, это лбоёб. Вот это ты лох. Да, лбоёб. А то есть ты думаешь, у тебя передача в Инстаграм хуёвее качество даёт? Ты прикинь, я просто камеру протёр, и всё стало заебись. Охуеть, вот это я долбоёб. Это просто ужасно, это вообще пиздец. А бок Ютуба сейчас. Да. Мада. Да, ебать Ютуб мы можем, да, все мы можем. Приятно поёбывать игру, да. Приятно поёбывать игру, да, но камеру мы протереть пока не научились. И не можем. Бля, забыли, знаешь что, бритву, усики. Усики. Приедем к нашей женщине, которая спонсирует нас деньгами. Да. И она нам даст бритвочки. В общем, вот, настроение вам хорошего, заряд на весь день вперед, нахуй, блядь. На. Все, заебись. Все, у всех улыбки появились, все улыбнулись. Пососин улыбится или не улыбится? Ебло у вас натянулось вообще, нет? Надо так, чтобы улыбка на затылке срослась, нахуй. Сейчас, пожалуйста, продемонстрируйте, ассистент, продемонстрируйте. Вот все. Опять камера запотела. Чё ж такое? Вы главное просто, да, улыбаться. Улыбаться это круто, это классно. Посмотрите на прическу новую. Прическа новая. Вы вот. Новая. А каждый, если будет улыбаться и хоть вот один из, о, я вернусь, когда научусь разговаривать. В общем, какая суть? Суть какая? Сегодня, даю вам задание вам даю, хотя бы одному человеку, а лучше всем на своем пути, делайте комплименты и говорите приятные слова. Вот идете вы по улице, навстречу вам идет тёлка, и ты такой, ты красивая тёлка, или идет навстречу бабушка, и ты говоришь, бабуль, все кайф вообще, блядь.
И все, и вообще все будет круто. Да, реформа заебись, да? Реформа ебаная, конечно, блядь, ну ты не переживай. Бабушки, эти реформы приняли, да? Да, и вот каждый хоть что-то одно хорошее сделает, и все вот друг другу так начнут приятно делать, и у всех все будет пиздато, это так легко. Негатив и злоба — это вообще для пидорасов. Вот все злые люди — пидорасы, вот они по-любому порятся в очко. Вот любой негативный персонаж, вот которого вы знаете, кто, например, кто негативный? Ну, Ника. Да, хоть один вот злой человек. Вот и ты ему говоришь. Ты злой, ты пидор, значит. Кто тебе звонит? Чему? Алло. Бай. Алло. Говори со мной. Ты ушел. Все, это ваша... Тебя нету. Вот ваша задача на сегодня. Просто говорите приятные слова прохожим. Пейте молоко. И самому, вам самим станет круче, вот увидите. Когда вот, да, вот идете по улице вот так, вот, вот так, такой походкой. Вот так. Да? Ну да, да. И просто всем подряд говоришь комплименты так. Ты классный, ты клёвый, все пиздато, улыбнись. Эй, парень, эй, тёлка, эй, женщина, эй, кот, ебать, эй, кит. Все кайф, ты пушистый, заебись. Скоро... АПС. И все вообще, и вам самим приятнее от этого будет. Вот питаться эмоциями позитивными нужно. Что ты мне звонишь, сука ебаная? Алло. Подождите, у нас прямое включение. Опа. Что тебе надо? Кто это? Я с Узбекистана, его фанат в Макунге. Спасибо, очень приятно. Ты красавчик. Ты красавец вообще. Ты молодец, что позвонил, но если кто-то еще позвонит, я убью нахуй. Братан, ну да, ну звонить, конечно, не надо, ну не стоит, ну. Не, пожалуйста. Муа, спасибо. Очень приятно. Да. Вот номер мой, много у кого есть. Перестаньте, пожалуйста, звонить. Им не Олегу, Тимофею, или как тебя зовут? Вот этому парню. Я. Он. Не надо нам звонить. Мы знаем, что вы нас любите, все отлично, не надо звонить. Не... Ну, цените наше пространство свободное тоже, пожалуйста. Пицца готовится. Засекай 7 минут. Минут. Скрип. Минут. Ой, давай домой. Пойдем. А трек «Зеленые глаза» скоро пиздец. Прям очень скоро, очень-очень скоро. Жду момента, когда я освобожусь. Вы не обижайтесь, пожалуйста, что так долго он не выходит. И как бы... Боже, нет. Просто, знаете, чтобы, да, чтобы, ну, я хочу сделать классно. Для этого нужно немножко времени. Я не подведу, нахуй. Вот, скриньте. Трек выйдет, охуели все. Трек вышел, охуели все. Все охуели. И вот скриньте. Чтобы выебать интернет, в этот раз мне даже не нужен будет ни видосик, ни ютубчик, ничто. Просто один трек выходит, просто вот длиной 3 минуты какой-то звук. И все охуевают. Запомнили? Закрепили. Повторим. Брови зачем? Да потому что охули нет. Так, ты что с ними так жестко общаешься? Извини, пожалуйста. Скажи, почему бы и не брови покрасить? Почему бы не покрасить брови? Я же пидор. У тебя квадратная ебасосина. Да, это точно. Эдвард Билл. Салют, шараут, шатау. Шараут, шатау. Камон, Нариман, классный пацан. Олег Ульфа. А Тимофей, очень приятно, что вы так ждете трек. И вы, вот, поверьте, нахуй, не разочаруется ни один из вас. До сих пор что-либо я не выложил, блядь, под каждой фоткой. Где трек про зеленые глаза? Где нахуй? Где, ебать? Люди звонят, говорят, когда? Люди видят на улице, говорят, когда, блядь? На видосе этом 2 миллиона просмотров в инсте, 2 миллиона. И это только лишь отрывочек. Трек выходит, охуевают все. Первое место во всех топах музыкальных. Все в ахуе. Ну, это, может, я уж, конечно, пизжу, блядь. Да, может, дичь загнал, да. Но охуевают все. Это вы мне просто поверьте. Я знаю, о чем говорю. Я, блядь, знаю, о чем я говорю. Он знает, что он разговаривает. Давай я покажу им, как надо готовить. Угу. Вот так вот. Это в духовке. Делаем блинчики, жарим мяско. И вот так вот, оп. Стой. О, пицца. Так.
Стой, а может трек? И что, вот это есть, блядь, надо, что ли, будет? Нет, это так... Я привык к ресторану. Я привык... Честно вам скажу, бабок у нас нет, ноль. Мы все, все бабки проебали. Вложили, то есть. Да. Алишер миллионер, его больше нет. Его больше нет. Он вообще лох. Я его скоро убью. О, я придумал, знаете что? Давайте. Я вам сейчас еще один прикол расскажу, который, я думаю, вас обрадует нахуй. Через дней 10 примерно выйдет новый клип. О. И такой клип, нахуй, что все охуеют просто. Главное, чтобы никто не умер. Это главное, да, главное, чтобы никто не умер. То есть вот, смотрите, выйдет клип, охуевают все, да. Интернет сломан. Потом выходит еще трек, охуевают все, интернет сломан. И о, потом ты выходишь из дома. Я выйду из дома. Охуевает вообще весь мир. Вот под ногами асфальт трескается. Трава растет сразу же. Трава прорастает просто. Рвется. Так что вы не теряйте. Все нормально. Все супер. Мы тут работаем в поте, в крови. В лице. Туда. И совсем скоро ебальники ваши просто вот, ну, типа... Полоснет. Не то, чтобы даже они разлетятся. И они просто дематериализуются нахуй. О, такого. Да. Просто их, ну, они растворятся в материи. То есть, вот, допустим, если от прошлого альбома, допустим, ебальники разлетались, да, от перформанса вот разлетались, то теперь они просто исчезнут. Так, здесь вот какой-то интересный вопрос. Ты не забыл, благодаря кому ты стал популярный? А ну-ка расскажи мне, пидор, нахуй, что ты имеешь в виду? Я кажется, это все виноват. Ну-ка рассказывай мне, блядь, благодаря кому, Валерий, нахуй? Фанчар, благодаря кому? Лицо Джоку. Джоку и Жулина? О чем ты говоришь, молодой? Блин, я опять забыл, сколько времени было, когда я начал. Время вообще как оно? А, времени нет. Времени нет. Блин, вот я забыл. Татуха, блять, мне пишут татуха хуйня. Ладно, хуяч. Пошел ты нахуй. У тебя жизнь хуйня. Ты рот ебал тут. Не, ладно. Никакого негатива. Татуха нормальная. Татуировка — это выбор каждого. Что ему бить, как ему. Тебе не нравится? Пока. Ты можешь не смотреть. Ты можешь смотреть. Ну можешь охуевать. Я не люблю злых людей. И в ответ на вашу злость я не буду отвечать вам злостью. Вы можете сказать, что я хуесос, вы можете сказать, что я гандон. Ну, а я скажу вам, а я люблю тебя. Блядь, доска горит! И что? Сделать надо что-то. Так, подождите. Я не подумал. Или не горит доска. Или не горит. Или это вообще еда? Стой, не пукай. Блин, мне кажется, доска горит, да? Этот мир станет добрее и лучше. И это сделаем мы вместе. Запомните это нахуй. Раз и навсегда. Ок. Люблю всех. До скорых встреч. Не теряйте. Ожидайте. Ожидайте. Пока начинайте. А, я вам покажу парочку сейчас. Смотрите. Парочку этих, как это, блядь. Упражнений, ебать. Смотрите. Каждое утро просыпаемся. Подходим к зеркалу и вот так вот начинаем, вот так вот, ебло свое. Надо готовить его, оно скоро разлетится нахуй. Надо готовить. И чтобы ебач окончательно не рвался, надо, ну, надо подготовить его. То есть вот так вот. Тренируемся, улыбаемся почаще, так мышцы лица так качаются. Девочки, то есть, могут. Улыбаемся. Девочки, делайте приятно своим парням, тоже мышцы лица качаются. И что еще? Не хмурьтесь, не злитесь. Это потому что очень негативно влияет на лицо. И не пиздите. Не пиздите. Не занимайтесь политической рекламой. Это я зря, конечно. Заказ пришел, да. Надо обработать его. Ну вот, поэтому тренируемся, почаще улыбаемся, качаем лицо,
чтобы оно не разлетелось. Чтобы, да, то скоро выходит, ну, клип, скоро выходит трек. И я хочу, чтобы вы просто остались живы. Потому что, ну, мы уже тестировали, мы отправляли этот клип, мы отправляли этот трек в научно-исследовательский институт по разрыву Йобел, и нам сказали, что, типа, ну, это очень опасно. Да, вот это лучше не есть, короче. Окей. Поэтому мы начали вас немножечко готовить. Сука, продал. Улыбаемся, продал. Улыбаемся, да, улыбаемся. Продал просто. Ну, что ты опять ругаешься? Вот у него ебло порвется, когда он... Ну, нет, это называется, типа, баланс белого. Баланс белого, окей. Так что готовим свое лицо. Скоро пиздец ему. Алишер, дай 5, говорит, на, нахуй. Дай 5 тысяч, да? Все, давайте. Нам приятного... Приятного аппетита пожелаем. Приятного аппетита нам. Приятного дня вам. Готовьте пью. Улыбаемся, ебать. Бойся нахуй. Делайте добро, делайте добро. Маму всем вокруг. Маму поцеловали, полюбили. Все, давайте. Держимся на коннекте, ёп, на коннект. Всегда на контакте. Подписываемся на инстаграм. Всегда. Твой босс, нижнее подчеркивание, official. Да, там да, инсайдов да. До хуя. Вот инстаграм его босс. Смотрите, с каким ножом ебать сидит. Он всегда с ножом. Поэтому не подходите фоткаться. Давай. Подарешь, не фоткаться.